Холодная погода апреля не позволяет коммунальщикам начать традиционные гидравлические испытания, чтобы подготовиться к будущему отопительному сезону. В Новочебоксарске завершается отопительный сезон. Соответствующее распоряжение подписала исполняющая обязанности главы администрации города Спутника Ольга Чепрасова. Компании Т-Плюс рекомендовано прекратить подачу теплоносителя в систему отопления объектов города с 24 апреля. По общим же нормативам отопление отключают, когда среднесуточная температура воздуха в течение 5 дней остается на отметке не ниже плюс 8 градусов. А в Чебоксарах, наоборот, из-за похолодания отложили испытание теплосетей, для проведения которых потребовалось бы отключить горячую воду в жилых домах. Вместо 18-20 апреля работы назначены на 25-27.